Европе необходимо перестать конфликтовать с Россией ради мира и безопасности в Старом Свете. Такое заявление сделала Ангела Меркель, обращаясь к своим однопартийцам на заседании Христианско-демократического союза. Канцлер Германии сказала, что для разрешения украинского конфликта странам Европы нужно сплотиться и начать сотрудничать с Москвой, несмотря на разногласия. Аудитория активно поддерживала Меркель. Хотя стоит отметить, что это высказывание сильно отличается по тональности от ее последних выступлений в адрес России. Я уверяю вас, что немецкое правительство, европейское правительство, Германия и Франция вместе не оставят своих усилий и сделают все, чтобы Украина могла идти собственным путем и сохранила территориальную целостность. Но также мы делаем все, чтобы Россия вновь стала нашим партнером. Мы хотим создать европейский миропорядок вместе с Россией, а не против нее.